Мария Крушевская-Груша. Родилась в Ашмянах, выросла в Лиде, в настоящее время живет и работает в Минске. О моей малой родине мне очень трудно говорить без эмоций. На той земле, где я родилась, впервые разбила коленку, пошла в первый класс, научилась кататься на велосипеде и даже упала в речку, я не была более 10 лет. Это маленький город Ашмяны, который находится почти на границе с Литвой. Я уверена, за эти годы город стал намного больше и современнее. Однако в моей памяти я навсегда стану жить по адресу квартал Строителей 17, хоть он уже давно и переименован. Всегда буду помнить, что Школьная – это турники на стадионе, где играют все мои друзья. Всегда буду помнить, что Сухая – это лес, в который нас водили на экскурсию с одноклассниками. В моей голове стоит город, в котором дискотека «Юла» в старом кинотеатре имени Гастелло покруче Ибицы, а новогодний салют возле красных домов затмит и залпы Парижа. Так получилось, что в 13 лет мы с родителями переехали в Лиду. Потом я поступила в Минск. Хотела бы я вернуться на свою малую родину? Наверное, да. Но теперь этот современный город – малая родина для других ребят, а моя та, что живет у меня в голове.